Московскому синодальному хору в этом году исполняется 300 лет. У нас широкая традиция исполнения духовных песнопений, начиная с перчих диаков, продолжая синодальным хором. И в 21 веке, после революции, после распада, у нас возникло возрождение синодального хора при поддержке святейшего патриарха Московского Сия Руси Кирилла и митрополита Волоколамского Илариона. Был поставлен дирижер, художественный руководитель, заслуженный артист России Алексей Пузаков. Наши концерты не прошли бы, если бы нас не поддержало Министерство культуры Российской Федерации, а также Русский дом в Сербии. И сегодня мы покажем сербским зрителям и духовную программу, и русские народные песни. Наши сердца переполняют радостью, когда мы приезжаем в Сербию, на сербскую землю. Нас объединяет вера и похожий язык. Поэтому мы чувствуем друг друга, мы любим сербский народ, и мы рады присутствовать сегодня и показывать нашу русскую культуру.